გამრავლება როგორ ვიჭიროს ინსტრუმენტი. Правая рука, получается, немного под таким углом, да, чуть-чуть ровнее нужно держать, чуть-чуть пониже, опустить ручку, закруглить пальчики. Если тебе низко держать, нужно протянуть чуть-чуть подвесочку, да, чтобы удобнее было зафиксировать мышцу во рту. Тут добавили, я сейчас еще гитля, а я сальчик все это. Ну, мог как обуви после. Вот уже рука встает ровно, да? Чуть-чуть еще можно выровнять. И ровненько можно. Просто попробуем, да, другую штуку, баните. Какие будут ощущения? Поставь свою тросточку. Какой номер тросточки? Номер 2,5. 2,5? Да. Потяжелее нет? Ушел Зимера, да. Нет. Сейчас вам выйти. Здесь, между прочим, принято. А, сами покупать номер 2,5. Потяжелее, да, они не берут просто. Может, это для детей рассчитано? Ну, ей уже можно трость совершенно ставить на одно деление выше, потому что у нее уже срывается звук. То есть на 3, да? Слышно, что очень легкая трость. На 3, да. Самый номер просто. Помоги поставить. Просто трость выбирается по физическим кондициям. Если это для ребенка, у которого не разработан мышечник, это нормально. А когда уже более взрослый человек, у которого более как бы, сильный и уже состоявшийся выдох, то нужно подбирать как одежду по размеру. А зубы у нее были вот на штуке. И какие ощущения? Для нашей безобразной мохарка были. Да, ей понравилось, гораздо удобнее было. Ну вот, то есть видишь, как многое зависит от материала, да, правильно подобранного. То есть я не говорю, что это какой-то идеальный штук для тебя подходящий. Может быть, стоит поискать и полегче модель. Но в этом направлении двигаться, да, максимально облегчать себе, тем более если проблемы с зубами, максимально облегчать себе жизнь, да. То есть металлические муштуки, они для джазовой музыки, для популярной очень хороши, но не всем подходят именно в плане технологии игры, в плане постановки.
хорошо ты играешь, молодец. И очень такой умеренный звук. Царя, когда ты убрал, общал, как ты объявил, там то чё же полюбила? Мне кажется, что трость немножко ниже стоит, чем. Трость был нервом, трость укрутал. Цвета дал два газ. Да, потому что 2.5 Нико – это двойка у Вандора. Они сами по себе. Рико с одной говорит, а лиц Вандора не ссори, а тоже можно чуть-чуть потяжелее уже трости. То есть вы советуете заниматься на тростях от Вандора, да? Они лучше гораздо? Мы играем на Вандора, но вообще как бы во всем мире принято... по крайней мере, в Европе основная масса саксофонистов играет на Вандоре. Ага, все понятно. Тоже вот, садят Вандоре еще и садят. Ими там в Европе почти 4 цвета саксофонистов и музыкосов. Но кровали Вандоре. То есть все, да, и обязательно нужно, я вот вижу, просто нет наклейки на мушке. А у тебя были наклейка мушку, да. Тоже будут уже болеть потом. Тоже сейчас бьет и на 2 мерек было. Да. Наклейка, она не только защищает мундштук от того, что он протирается, да, как ты видишь на самом мундштуке. А наклейка ароматуется с мундштук, да, арапучек с мундштук, аромат летит, кстати, да? Да, она защищает еще и зубы. И цас квилес наклейка. А вилсац и цас там мундштук, кстати. И еще она дает, то есть ты можешь зафиксировать зубы. Если на мужчине они скользят, потому что там нет сцепления. Женщина везде, да, фиксирует, вылит мужчину, да, где рассеет, потом это вам. И все сурок стоит, ну что, вилсы, да, а еще везде, да, фиксирует, да, наклейка, за мне, мы все смог это будет. Можешь еще раз молчать? Еще везде, когда я вспомнил, что? И один вопрос перед тем, как вообще. Сколько нюансов, динамик, сколько разных динамик, сколько видов динамик, динамических оттенков в этом произведении есть. А и рамдени динамику рирават с нюансами, как с аннациночей, рамден джеракетепи, рамден форде, пиано, мезофорде, рамден насакетеп, рамден джер и как с тебя. Где на мецепиано, где на мецепорте, потому что это за счет этого создается разный характер, да, разный уровень, степень напряжения в музыке. Можно попросить, когда ты берешь дыхание, чтобы вот эта часть, она, во-первых, абсолютно была свободна, да? И во время игры она смогла бы сделать вот это движение, расслабляющий. И уровень вдоха как можно глубже. Ага, да, сумквис агребис доне, рад супро хрма ундаек, цедян хрма ундаек, вот я максимально рафанечек. Старается плечи не поднимать и грудь не раздувать, а максимально набирать воздух в нижнюю часть живота. Маза,
ესენი არაზიო, ხო? ხოდი არაზიო და გიგიც არაზიო ძალიან მაქსიმალურად აი ეს თქვა მუცლით, ხო? დაიდე, ხო? რომ აი ეს დაცადულობა გადავიდეს მუცელში და არა ბეჭებში და კერჩში. ხაია? თოქტა. ის მოსე რა? Да-да-да, конечно. Вдохни. Чтоб все слышали. Вот. Глубже. А у программат айга сутква. Ром ковелам гайгос шени сутква. Абсолютно не участвовали в ее игре, в принципе. Не поднимались, не опускались, да? Ага. Она привыкла, как у женщин физиология, что они дышат в грудь очень часто. И здесь она специально контролирует, чтобы, может быть, лечь и поподнимать книжки, чтобы привыкнуть. Или есть еще одно упражнение, чтобы понять, куда дышать. Точно понять, куда дышать. Поможете показать. А, да. Хо, на максималурас мецадине саркестан, ром да реакция куратлоба шен гец, ром гец аравидес, ром мусрит сутквари, поэтому халебс исет физиология акцо, ке нерви сутквари, кай ге. Ну да, амидом саркестан дадеки и мецадине да их аганахев саварджишос, рас унда гаакето, им иствис ром гамобилидес зори сутква. Сядь на край. А, это же такие голос. Скажи голос. Скажи голос. И ложись на коленки. У меня такие мухлезы. Руками обнимай коленки. Ай, нахер халявить. Ай, нахер на сапельничать. Да? Максимум. Теперь вдыхай. Эфа, ай, я сундхуа. Чё? Отлично. Куда ты дыхал? Садай его сухвас. Ага, в живот. Да, вот это же ощущение должно быть предоставлено. А если хотя он так вот, то есть ощущение украсть. И говорит, сухвас, сад заповедуется к вечеру, расколощается, и говорит, сухвас. И говорит, хотя он так вот, сразу ам славать еще трос. Да. Вот это ощущение надо оставить, когда она играет на инструменте. Вдох не нужно быть сюда. Да. А если хотя бы он так, то вот, то есть так вот трос. Да, и вообще как бы все дыхание должно быть естественным. Как, например, спящий человек. Никогда нельзя увидеть спящего человека, который дышит. Ага. Да, буне привил до конда сутква, рогорц, айнаре адамианс, хо. Ано, адамианс, хо, садзинас, хо, мари забыва, сутку изрос. А совершен, царует вером, цинас, да? Ай, залян, буне привил, туда, айго, айс.
красивый яркий звук. Теперь это для него это, да? А. Очень ярко, очень приятно. Может быть, чуть-чуть поплотнее, если стоит держать губки, особенно пока вы носите, да? Чтобы не было, не плавно, чтобы звук более стабильный. Иногда получается с таким, с заездом, да, с подъездом. Старается сфокусировать, да, на аппарат, боковые мышцы, опять же зубы, да, и нижнюю губу ни в коем случае не давить. Добавили мышцы, а дальше я могу штуку повернуть, потому что изначально установка, человек стоит свободно, без всяких движений, ну, тянуться за саксофоном, не вешать слишком высоко, чтобы вот таких движений, ты должен стоять свободно, чтобы тебе было удобно. И потом ты уже берешь саксофон, и ты регулируешь по высоте, резку тоже, правую левую мышцу, чтобы не приходилось делать вот так, куда-нибудь тянуться, потому что это все лишнее напряжение. Как вы уже говорили, что должны быть смысл занятий в том, чтобы убрать это напряжение, очень много лишнего. И все вот к этому относится, и правильная постановка, и почему мы настаиваем. Ну, можно же играть себе с зубов, можно перевернуть эту штуку играть, но это абсолютно нелогично. Мы пытаемся рассказать самый простой путь игры для того, чтобы была свобода, чтобы можно было на инструменте играть так, как хочется, а не так, как получается. Это разница очень большая. Вот. И, конечно, нужно идти за своей природой. Это тоже относится к тростям, к штукам, потому что для разных людей это будет разное материал, потому что у всех разные возможности. И, конечно, когда играешь на саксофоне, нужно пытаться почувствовать максимальный контроль, чтобы не было, чтобы во время игры не было такого ощущения, что вот я сейчас работаю и думаю, что вот сейчас играю. Нет, максимально. Получать от этого удовольствие. Тогда это будет совершенно другая музыка, и совершенно по-другому это будет слушаться. Ярче это представлять, чтобы хоть
маленькая доля твоего представления дошла до слушателя. Уже там просто надо найти, чтобы этот темп правильно было также наполнено. Когда си мы играем, чаще всего это да, для диез, который таковой. Какой? Диез. Правой руке. Си. И нижний боковой. Да. И в итоге инструмент должен к тебе идти, когда, то есть, когда у тебя подвеска направлена.
Инструмент тебе. Не ты к инструменту тянешься. И тогда, естественно, включается звук. Важно, чтобы вы ничего не питать самому, да? Да. Мы уже говорили об этом. Вы должны быть свободны и прямой. Asking if he can just play an audio with both this, just with one. Можешь просто сыграть звук с наушниками, снять одну штуку. Но когда он делает это упражнение, еще больше выгодно. Да, упрометил, а мы сутком, да, а мы самостоятельно пакетов. Стараюсь спуститься как можно ниже. Сзади вообще проще, если бы там было чахвитом.